Интересоваться модой можно на разных уровнях. Создавать свой собственный стиль из того, что предлагают дизайнеры, изучать журналы, смотреть показы. Но особой притягательностью обладает модное закулисье. Бэкстейдж – это процесс рождения моды, творчество в чистом виде и всегда живые и искренние эмоции. Поймать в кадр эти уникальные моменты удалось молодым фотографам Челябинска. Их дебютная выставка про реальную жизнь, которая скрывается за кадром модных шоу петербургской недели «Аврора Fashion Week». Появилась идея снять все, как есть на самом деле, как все выглядит за кулисами, как все происходит. Не то, что там готовились, вымеряли, там придумывали тематику, то есть что видели, то и фотографировали. В такой большой моде есть очень много всяких секретов, очень много всяких неожиданностей, приезжает очень много разных иностранных моделей, они все не разговаривают по-русски, красят волосы в красный цвет, потом едут отдыхать в самый дорогой вот отель в городе, там проводят автопати. Ну и сама Aurora Fashion Week, она была очень закрытой, то есть туда прям не попасть. То, что мы попали, это большая случайность. Мы с ними совместно ездили на Aurora Fashion Week, и я была вместе с ними за кулисами. Очень рвались пофотографировать, посмотреть. Ребята именно с точки зрения фотографии, а я с точки зрения организации всего процесса. По задумке авторов выставки, живые сюжеты фотографий получились благодаря спонтанности. Причем фотографы запечатлели мир блеска и красоты глазами обычных людей. Мы хотим, чтобы люди были проще. Все обычные, самые обычные люди. И нацепи там платье за 5000 долларов, и ты сразу такая крутая чика становишься. А сними платье, все, такая же, как и все. И вот мы это хотим показать. Фэшн делается руками людей. То есть нету там каких-то небожителей, что это такие же люди, как мы с вами, и это их работа. И это очень интересно наблюдать за этим, потому что, смотря глянцевые журналы, нам с вами кажется, что это что-то неземное, как это рождается. А тут все очень понятно. Эти люди делают одно, эти другое, и, в принципе, они в жизни совершенно обычные. Гости выставки с интересом отнеслись к творчеству дебютантов. Таинственный мир закулисья не оставил их равнодушными. Если мы говорим там про фэшн, тем более живя в Челябинске, мы мало видим такого высокой моды, красивой моды. Для нас это такое, что-то прям новенькое. И очень интересно посмотреть на это с другой стороны. Я увидел, что все вот эти вещи, к которым мы все стремимся, материальные, они не так важны, потому что за этим стоят обычные человеческие какие-то взаимоотношения, настроения. Мне понравилась атмосфера, которую создали девочки-организаторы. Работы мне показались интересны тем, что они позволили заглянуть нам за кулисы модных показов. Неоспоримым достоинством жанра репортажной съемки является эффект присутствия. Зрители словно становятся очевидцами большого события фэшн-мира, где работают модели, стилисты, их ассистенты. И глядя на эти снимки, можно представить, как через мгновение кто-то из этих реальных людей превратится в звезду подиума, а кто-то так и останется за кулисами.